Приветствую вас, и давайте разбираться с вашей проблемой. А первой причиной, которой может быть проекция, то есть вы переносите на свою маму ваши личные неудовлетворенности, ваши личные фрустрационные переживания, вообще переживания, любые какие-то внутренние противоречия, конфликты, негатив, все это вы переносите на свою маму, и она становится как бы объектом вашей ненависти. То есть мама здесь не виновата сама по себе. И вы, если что, тоже не виноваты. Все дело в том, что внутри вас есть конфликты, которые вы не можете разрешить, они на вас давят, в итоге образуется негатив, и этот негатив вливается на маму. Соответственно, решение этих внутренних противоречий, их обозначение, их устранение поможет вам снизить уровень негативного отношения к своей маме. Дальше. Собственно говоря, нельзя ненавидеть кого-либо просто так. Ненависть — очень сильное чувство и не возникает на ровном месте. То есть, если у вас такое чувство есть, значит, что-то, вероятно, ваша мама сделала вам. Осознанно или нет, неважно, но сделала. Соответственно, понимание причин, по которым она так поступила, осознание ее мотивов поможет вам значит, лучше проникнуться пониманием к своей маме и, обретя это понимание, как и в любой другой сфере, когда туда приходит разум, познание, значит, в этот момент чувства отходят на второй план. Также и здесь, если вы поймете, почему мама поступала определенным образом, вы, возможно, перестанете ее ненавидеть. Также невозможно, а скорее всего вы перестанете это делать. Вот. На этом, в принципе, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.